Вас вітає служба інформації телерадіокомпанії «Гомель», у студії Наталі Ігнатенко. Добрий день. На Гомельщині протягується реалізація обласної програми по модернізації і будівництві живелогадовчих комплексів. У Будокашалівському районі урочисто відкрили сучасну молочно-товарну ферму коштом амаль у 100 мільярдів рублів. З цим комплексом тут зв'язують плани по подальшому повеличенні надоїв і поліпшенні економічних показчиків. Наші кореспонденти наведали новобудовлю. Будокашалівський район у першу чергу сільськогосподарчий, а тому відкриття ще одного сучасного живелогадовчого комплексу для агропромислової галіни подія вельми важне. Тим більше, що по надоях молока район постійно перевищає показники. Коли у 2007-му, наприклад, серед інших регіонів України Будокашалівщина займала 107-му позицію, то сьогодні вже 60-ю. А про що того, відкриття нової ферми – це ще й свідчення реальності виконання обласного плану по модернізації галіни. На сьогоднішній рік у нас в області вводяться 22 ферми. Из них 18 мы уже ввели, вот это одна из тех ферм, которые мы в этом году введем. То есть это абсолютно новая ферма, на которой будет стоять 600 голов, которая должна производить по своей плановой мощности 5 500 тонн молока. В экспериментальной базе Пянчин живелогадовлей займаются еще с советских часов. Правда, побудованные тогда фермы сегодня уже не отповедают никаким потребованиям. По этой причине, около 2 года тому у господарства открыли новую ферму на 300 голов. Теперь еще одну, удвоя большую. Зараз она уже частково заполнена, але у вогуле для формирования статку потребуется еще несколько месяцев. Завозить сюда живелу, якая дає не шмат молока, экономично не мэтазгодна. Тем более, что продукцию тут плануется отримливать только вышейших гатунков. Урешті кошт фермы складая около 100 мільярдів рублів. Гэтые сродки необходимо заробить, каб различиться по кредитах и отримать прибыток. А проча реализация молока досягать гэтые мэты будут еще и больше рациональной у поравнанні со старыми фермами организации працы. На обычной ферме у нас на одну доярку нагрузка составляет 50 коров доения. Здесь у нас 120 коров. Поэтому, соответственно, уменьшается численность людей за счет доильных залов. Поэтому у нас будет экономия, но мы планируем процентов 20, может 30 даже. Олег Сенцюров, Ольга Коновалова, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». У Гомелі сьогодні проходить гран-при міжнародної олімпіади по менеджменті серед молоді. Міроприємство присвячено Всесвітньому дню якості, яке означається кожний год у листопаді на протягу вже більше як 25 років. За узнагороду олімпіади, яка проводиться другий раз, будуть змагатися представники Білорусі, Росії, України, Литви і Молдови. Це студенти, магістранти і молоді спеціалісти у галіні стандартизації, сертифікації і якості. Раніше вони вже встановилися переможцями першої олімпіади і тепер претендують на звання «Лепших з лепших». Головна ж мета самого міроприємства – формування культури, яка накерована перш за все на досягнення високих стандартів якості во всіх галінах витворчості. Цей конкурс дуже показательний, тому що його задача – вовлечь молодіж в це движення. Его задача показать, что у нас очень много талантливой молодежи, которая способна не только осваивать знания, но и предлагать свои варианты решения тех или других проблем. У гэтай дні супрацоўнікі дзяржаўтаінспекцыі ўзмацнілі кантроль за найбольш аварыйнымі ўчасткамі аўтадарог і вуліц, набліжаных да пешаходных пераходаў. Мерапрыемствы спецыяльнай праграмы «Пешаход», накіраваныя на папярэджанне дарожна-транспартных здарэнняў з удзелам пешых удзельнікаў руху. Для гэтага выкарыстоўваюцца прылады відэа і фотафіксацыі. Акрамя гэтага ажыццяўляецца негалосны кантроль за выкананнем правілаў дарожнага руху. Толькі за першыя дні правядзення акцыі да адміністрацыйнай отказности притягнуты 800 пешеходов, полова из них за отсутность фликеров. Каля 100 порушальников затриманы у стане алкогольного опьянения. Нередко виноватыми у здарениях становятся не водители, а миновито пешеходы. Серед наибольш распаусюдженных порушений у переходу не усталеванным месцы або на забороняльный сигнал светлофора. Сейчас самое темное время в году. И главная профилактика дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов – это использование светозрачных элементов в темное время суток. Тогда водитель увидит пешехода заранее, у него есть возможность вовремя остановиться и предупредить наезд. Госавтоинспекция обращает внимание всех участников дорожного движения. Соблюдение правил дорожного движения помогает избежать дорожной трагедии и сохранить жизни.
До новина у культурного життя региона. У першине у Гомеле открылась выстава самых знакомитых испанских мастаков Сальвадора Дали и Пабло Пикассо. У жыхароў и гостей областного центра з'явилась уникальная магчимость оценить, супоставить и натхниться творчеству одразу двух гениев сусветного мастацтва. Наши корреспонденты одними из первых скористались этим редким шансом. Выстава скульптуры, кераміки і графіки Сальвадора Далі і Пабло Пікассо зайняла амаль усе зали карціни галереї Гаврила Ващенки. Убачить експозицію у таким масштабному об'ємі – унікальна можливість для гамельчан. Усі представлені тут шедеври сучасного сусвітнього мистецтва – власність російського колекціонера Олександра Шадрина. Він особисто присутнічав на відкритті вистави. Дарыші для колекціонера – гэта традиція. Він з особливим трапятанням і бережливістю ставиться до кожного особного експоната, ніби гэта живое дитя. У мене серце кров'ю облі... Потому что представьте, что вы своего ребенка замуровали в ящик, да, и отправили куда-то. Вот это работы, а это мои дети. Я к ним отношусь. То есть почему я их сам распаковываю, сам запаковываю? Мне даже тяжело подумать, что кто-то будет мои работы, да, лапать своими руками. Запаковываю, распаковываю я только сам, сразу говорю. Для меня эта тема неприкосновенная. На выставе представлено больше за 100 графичных работ и скульптур Сальвадора Дали. «Жанчина у огни», «Сюрреалистичные кветки», «Триумфальный слон», «Человечие загана» и многие иншие. Творчая спадчина Пикассо – это 10 графичных и 30 керамичных работ, где выявы людей и живел, мифичные фауны, минотауры, быки и сцены корыды знайшли свое место на блюдах из банах. У силу своей неординарности, а часом и эксцентричности, яны наводят наведвальников на самые разные думки, разважания и эмоции. В его работах есть женщина с ящичками, скульптура, картины. И вот у меня такое впечатление сложилось, что он открывает этот ящичек, туда идеи какие-то идут, он их закрыл, они приварились, и он это выплеснул в своих работах. Коллекция одразу двух гениев сучасного сусветного мастацтва формировалась больше за 10 годов. Многие предметы были набыты коллекционером у Парижским музее Сальвадора Дали на знакомитых аукционах и в галереях Европы. Представленные у Гомеля экспонаты оцениваются у несколько миллионов долларов США. Однако их куда больше масштабная значность заключается у культурном аспекте. У России эта коллекция объявлена национальным здобытком. Меж тем, по опыте выставочных проектов коллекционера, невычерпная цікавость до творчества Сальвадора Дали и Пабло Пикассо отзначается с боку жыхароў самых розных кутков свету. Вероника Ворошилина, Катерина Сапельникова, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». Ближайший тыдзень на Гомельщине обещая быть довольно теплым, але дождливым. По попередних прогнозах гидрометцентра, завтра в регионе будет воблачно, на большей части территории чекаются короткочасовые опадки. У ночные и ранешние годины магчимы слабый туман. Ветер паўднёва-заходний, у день с переходом на паўночно-заходний. 5-10 метров за секунду. У особных районах магчимы порывы до 15-20. Минимальная температура поветра у ночи 3-8 градусов со знаком плюс. Плюс у день до плюс 12. Подобный характер надворья на Гомельщине захаваецца на протягу всего тыдня. Улічваючы попередние прогнозы синоптика, у ближайшие 7 дзён у регионе будут сопровождаться короткочасовыми опадками, але досыць устойлівымі температурами. Слупки термометра у ночи будут максимально подниматься до плюс 3-8 градусов, у день до плюс 10-14. И это была апошняя информация выпуску. В студии працавала Наталья Гнатенко. Усяго доброго и до новых встреч в эфире.